Всем привет, с вами Прия. Нашлась у меня наконец свободная минутка, и заглянув в ВК-группу, увидев, что набралось более 250 голосов на голосование по поводу легендарки для охотника, решил записать видосик с вскрытием легендарочки на охотника. Ну что ж, что думают люди? То, что 21% людей считает, что мне упадет придаст. Плечи, думаю, что мне упадут 4% людей. Нагрудник 30% людей. Наручи 6%. Пояс 5%. Ноги 3%. Ступни 3%. Кольцо Сефус 12%. Кольцо на талант 10% людей. Ну, посмотрим сейчас на самом деле. Я вот прям только что с почты ее забрал. И будем вскрывать. Будем смотреть, что выпадет. Аналогично. Охотник, повелитель зверей. Надеемся на кольцо на талант. Оно вообще полезное? Какой талант оно бафает? Звериное неистовство? Это в какой вообще полосе? Увы, найти бы. Ни черта непонятно. А, он у меня уже выбран. Ага. Интересно, на самом деле. Я подумаю насчет этого. Если когда-то буду вообще охотника в этой жизни качать и что-нибудь реализую касательно этого. Вот так вот. Такие вот легендарчики падают. В ближайшее время в одном ролике будет два вскрытия легендарных предметов на мага. На самом деле очень много легендарчик падает, и поэтому, наверное, скорее всего, со вскрытием на мага, конкретно легендарок, это будет последний видос, именно отдельный. Все последующие, как и раньше, я буду компоновать в среду. То есть также буду вскрывать недельные сундуки, далее релогаться на персонажей, у которых у меня надропаны легендарочки в виде токенов, или на которых я могу купить за 1000 сущностей и переслать. И буду это делать уже конкретно при недельных вскрытиях. Не в этом, которое будет 21 числа завтра, а со следующей, которая будет 28. Вот так вот. Голосование на мага уже запущено в ВК-группе. Кому интересно, кто хочет проверить свои экстрасенсорные способности, милости прошу, к тому же розыгрыш проходит. Грандиозный розыгрыш, увы, состояться не будет, потому что случилась трабла не с моей стороны, со стороны другого человека. Просто пожелаем ему здоровья. Точнее, не ему, а его близким. Да. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги. Не забывайте инвайтиться в мною собранную гильду с названием «Берегите ноги». Отпишите любому человеку абсолютно, который будет в сети в этой гильдии, и вас пригласят. Не болейте, самое главное, чтобы никакие планы не срывались, и все было хорошо. До скорого!